вибухи масштабу землетрусу в Тверській області, що туди летіло, бо так видається, що це були не дрони, принаймні нам так почулося, може ми, звісно, помиляємося. І план перемоги від України, його повезе президент України Володимир Зеленський до Штатів, але я не впевнена, що це якимось чином змінить стратегію мислення Білого Дому, можливо, теж я не права. Про це все не тільки говоримо просто зараз, Ірина Узлова мене звати, з нами традиційно в ефірі Західнету та 24-го щодня Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, вітаю вас, рада бачити, слава Україні! Героям слава, бажаю всім здоров'я! Я з такого побутового враження почну. Ми тут цією редакцією слухаємо цілий день, як бо не можемо перестати насолоджуватися. Як, з яким звуком, з яким виглядом і з якими наслідками прилітало по територію одного з найбільших арсеналів складів боєприпасів на території Російської Федерації, найбільшого на її європейській частині, географічно, звісно, європейській, бо де Європа, де Росія. От, і нам здається, пане Романе, що судячи по звуку і по наслідках, це явно були не дрони. Я думаю, була комбінірована атака. Угу. Комбінірована в якому сенсі? Могли бути дрони для відвлечення уваги, в тому числі російської ПВО. Все-таки це 107-й центр забезпечення. І він здавався в 2018 році. Займався тоді здачею, взагалі підготовкою, здачею генерал армии Булгаков, есть такой зам у Шойгу, был, по крайней мере, сейчас он под следствием, и в 2018 году он четко дал понять, что этот бункер, эти бункера, то есть этот склад выдержит ядерное оружие. Вот ему сейчас предъявляют эти обвинения, в том числе, почему не выдержал. Но у него есть отмазка хорошая. Он же говорил, что ядерный удар выдержит. Он же не говорил, что он не ядерный удар выдержит. То есть ядер он, может быть, и выдержал, а вот не ядерный не получилось. То, что шли туда беспилотники, ну, однозначно, не должны были там быть. Почему? Для отвлечения ПВО противника. Там довольно-таки серьезная противовоздушная оборона, и панцири, и С-400, то есть весь спектр в как минимум 3-4 уровней, они прикрывали его. Недалеко ж находится от границы с той же, со странами Балтии, там где-то пару сотен километров. Это от нас там больше полутысячи, а там рядом, потому они прикрывали ее. Чтобы вскрыть такого рода ПВО, надо однозначно было отправить и дроны, в том числе несколько десятков дронов, и могли прийти ракеты. Тут вы правы, потому что дрон не принесет бетонобойный или бункеробойный снаряд, заряд. Это должно быть, ну, где-то полтонны, это как минимум, а это только ракета. Причем оптимальный вариант, кстати, ракета баллистическая. То есть не удивлюсь, что это был какой-нибудь наш «Гром-2», это как раз на излете, там 500-600 километров мог бы достать, это раз. Второе, крылатая ракета. В принципе, возможно. Есть некоторые крылатые, которые на дальностях, вот, допустим, Storm Shadow, полутонный боезаряд, у них есть бетонобойные заряды и тандемные некоторые. Тандемные в основном у Таурусов, но в Storm Shadow тоже есть заряды, которые могли бы добраться до бункеру. Там на заходе под углом 60 градусов, когда заходит ракета на цель, она, в принципе, может пробить довольно-таки серьезный бетон. Потому могли, в принципе, быть и новые Storm Shadow, не те, которые нам раньше давали, там 250-270 километров, 560 километров, то есть основные. Не исключая такой возможности. Поляница могла отработать наша, но исходя из тех ТТД, которые, по крайней мере, есть в свободном доступе, она вряд ли могла там донести полутонный боезаряд. Хотя, может, всякое может быть. Я думаю, в течение определенного времени наш генштаб как-то подтвердит. Наши ж не могут не похвастаться. Когда-то не похвастались, чем нанесли удар, но тем не менее. Если, исходя из тех цифр, которые уже появились, если до 3 баллов землетрясения создала вторичная детонация, до 3 баллов, это значит, подрыв был примерно около 30 килотонн боезаряда. Ну, если был бы ядерный боезаряд, можно было сказать, что 30-килотонная атомная бомба. А если простой заряд, то есть это можно говорить о подрыве 30 тысяч тонн боеприпасов. Это довольно-таки серьезно. Это 1,5-2 недели работы на фронте, на 1000 километров фронта. Потому серьезный улов
нашей службы безопасности, Главного управления разведки, сил спецоперации, сил обороны Украины. Это они отработали. За що ми їм дуже дякуємо, звісно, і один раз, і не раз, і просто сотні разів за це. А що в цих 30 тисяч тонн боєприпасах могло бути приховано? Ракети для чого? Що нам відомо про те, що зберігалося конкретніше на цьому одному з найбільшому, дійсно, в географічної європейській частині Російської Федерації складах? Наші спецслужби зараз охотяться за російськими балістичними ракетами. Почему идет уничтожение складов? Это ж не первый склад. До этого было несколько складов, уничтожено, правда, оперативного уровня. Это стратегический склад, это стратегического уровня склад. А несколько складов оперативного уровня и с ракетами КН-23, и с Искандерами, и С-300, и С-400. А это вот уже добрались до стратегов с той же самой номенклатурой. КН-23, С-300, С-400, часть Искандеров. Это то, что касается ракет, и, скорее всего, КАБы, то есть авиационные бомбы. Именно авиабомбы на такого рода складах тоже хранятся. У нас были такие склады в свое время, их несколько штук подорвали россияне, ну, по крайней мере, в наметке такие, что россияне приложили руку к подрыву складов. И вот сейчас мы уже добрались до российских складов. У них на дальностях, ну, грубо до Урала, у них такого уровня складов 1,5-2 десятка есть. То есть, ну, еще работать и работать. И вот, допустим, это такой первый шаг к стратегическому, с ударом по стратегическим складам. Но я думаю, только первый. Вот если бы нам дали возможность работать Storm Shadow, Скалпами, Таурусами, хотя бы, то есть, этими тремя ракетами, 560 километров, это как раз для них работа. Но мечтать пока можем, хотя у нас мечты иногда сбываются, о Джазмах 900 километровых. Это уже за Волгу можно будет достать. Там тоже достаточное количество стволов, в том же Энгельсе, вроде 600 километров до него, а рядом южнее Энгельса есть Саратов-63, так называемый, это воинская часть, в которой находятся стратегии, в том числе и ядерные. То есть да, довольно-таки серьезные вещи у россиян, вот эти полтора-два десятка стратегических складов, до которых мы можем добраться. Ну, посмотрим, как наши, мы видим, что действия эти уже проводятся, в работе над этими складами. Посмотрим, как наши партнеры отнесутся к нашей просьбе. Дайте, наконец, возможность уничтожить российские боеприпасы на российской территории. Не давайте россиянам их тащить в Украину и убивать украинцев. Это уже здесь прямой, так сказать, запрос именно на это. Вот так надо уничтожать ракеты и боеприпасы на российской территории, а не у нас на нашей земле. Пане Романе, а чи правильно я розумію, що знищення ось такої військової інфраструктури і частини логістики ворога, зокрема і складської, впливає не лише на ситуацію на полі бою згодом через те, що от на скільки часу знищено, да, було цього боєкомплекту, якби вистачило на використання на лінії фронту, а ще й на соціально-психологічні настрої і російських окупантів, армійців, і просто росіян? Ну, представьте, как гепнуло у этих жителей этого города. То есть, ну, как минимум, куры нестись не будут, наверное, в этом году, так это точно. Если не говорить о чем-то больше. Это как минимум. И люди теж нестись не будут, напевно, їхні. Да, так и есть. Ну, естественно, это все ложится таким серьезным шаром информационным и давит психологически на все российское население, в том числе, помимо этого, на военных. Военные это точно понимают, что такое склад. Особенно стратегический склад, который взлетел на воздух. Это значит, как минимум, обрезание там 10-15% поставок боевой техники. Это по поводу линии боевого соприкосновения. Ну и уничтожение ракеты, это значит недостаточное количество боевого напряжения уже для ракетных войск российских и авиации в том числе. Они это все прекрасно понимают. Хотя летчики, конечно, летчикам меньше летать придется. Ну, в этом смысле. Им в этом, это, с этой точки зрения им тут плюс некоторые есть. Поэтому поможем российским летчикам не рисковать своими жизнями. Уничтожим все склады с ракетами, и тогда оставим
російську льотну еліту живою, по крайній мірі, ждати суда українського. Во, да, хіба для цього, та, щоб вони понесли катюзі по заслузі, відповідно до всіх статей і воєнних злочинів, які вони вчинили проти нашої держави. Добре, але мало дійсно говорять і в Офісі Президента України, і погоджуються із вами, пане Романе, про те, що якраз далекобійність, дозволи бити штормшеду, скальпіджі, не тільки, дали би нам змогу знищувати побільше, почастіше таких складів, і ми чекаємо на них. А можливо, не могло бути таке, що цей дозвіл уже даний, і ми дізнаємося пізніше про те, що це не тільки Грім-2 чи Поляниця могла прилетіти, а щось інше. Чи все-таки поки характер відпрацювання не дає можливість так оцінити? Ну і чи буде даний цей дозвіл найближчим часом? Ну, чому? Технічно, якраз я ж чому і сказав, що це могли бути штурмшеду, або скалпи, або ті ж Тауруси. Ну, з Таурусами, мабуть, вряд ли. У Шольца зараз така серйозна проблема. Пока не проведу там вибори в землях, йому, звісно, краще не підсвічувати якусь свою там участь. А штурмшеду і скалпи, по большому счету, могли, нам могли поставити не тільки там 250-кілометрове, а 560-кілометрове. І це могли вони відпрацювати. У них є такі боєголовки в штурмшеду, в скалпах. І, в принципі, не виключає цієї можливості. Вопрос, как это было, будет оформлено в информационном потоке, допустим, исходя из тех ограничений, которые в последнее мы время слушаем. Но все же понимают, что есть такое понятие, как туман войны. И вот этот туман войны, он, может быть, как раз и был в этот туман войны были включены и первые лица государств для того, чтобы навести на ложный след или внести определенную сумятицу в аналитические справки тех центров российских, которые снимают информацию, в том числе с общего доступа. Возможно это, я не исключаю этой возможности. Это один из механизмов ведения информационных войн, дезинформация, ну, первого порядка, высшего порядка. Це, так, будемо спостерігати за цим. А все-таки офіційно дозвіл буде оголошений, як думаєте, пане Романе, чи будемо ось так спостерігати потім по прильотах вже цих ракет, ну, точніше, не ми, а росіяни, відчувати, що б'ють вони прицільно? Любое інформаційне підтвердження, допустимо, воно можливо тільки тоді, коли це вигідно політикам тих стран, які дають це підтвердження. От якщо буде вигідно, вони однозначно, вони впереді паровоза будуть біжати і розказувати, що це наші ракети. Уничтожили российские склады. А если нам это будет невыгодно по каким-то причинам, будут молчать, как рыбы об лёд. И мы от них ничего не услышим. Зрозуміло, добре, але план перемоги ми все-таки повеземо до Сполучених Штатів Америки. Там буде представлено, зокрема, і наша потенційна майбутня участь в НАТО. Кажуть, Зеленський хоче, ми Байден поки сидить в своєму кріслі, то дав би нам це зелене світло на вступ до НАТО після завершення війни. Але мені здається, знаючи, як ми з вами характеризуємо Байдена, що на таку рішучість чекати, напевно, намарно. Там і інші безпекові питання, і далекобійність, зокрема, і не тільки. А ви як, пане Романе, оцінили би, чи взагалі доцільно цій адміністрації Білого Дому показувати план перемоги, чи вже краще говорити з кандидатами від республіканців та демократів? І взагалі, наскільки це впливає на ось такі дозволи, на ось таку рішучість партнерів, коли ми їм кажемо, що в нас є і стратегія, і тактика на майбутню перемогу? Ну, от з цими всякими формулами, планами і математичними викладками, вон таке впечатлення, що у нас в канцелярії сидять фізики, хіміки і математики. Сначала носились целый год с формулой мира, ну это физики, это 100%. Это если формула, это где-то физика. Там квантовая физика, что они там вычисляли, ну больше на Райдер похожий, да, там, то есть 10 пунктов и давайте разговаривать. Потом в конце концов провели обрезание до 3, ну это уже, наверное, товарищи, которые спецы по обрезанию делали, то есть оставили 3 и носились с этими 3 уже пунктами. Сейчас химики включились, давайте с планом носиться. Ну и у них иногда тяга есть к этим вопросам. Носимся сейчас с планом. Ну а реально есть, должна быть определенная дорожная карта к той цели, которую надо обозначить. Вот когда обозначаете цель, тогда уже понятно, как двигаться и какие определенные действия надо выполнять. Надо вот цель вот из этих всех движений в сторону Белого дома сейчас в Америку. Тут большой положительный плюс, наконец-то обозначена цель, перемога, победа Украины. Не мирные планы, не замораживание, не какие-то там посмотреть в глаза этому чудовищу
московскому и так далее и тому подобное. Конкретно мы слышим уже от военно-политического руководства определенную задачу – победа Украины. А вот здесь уже дальше можно плясать. Механизмов, которые приведут к победе Украины, очень много, разные механизмы. И разные дорожные карты, по разным дорогам можно идти. И вот эту дорожную карту надо показать, в том числе нашим партнерам, с одной стороны, для того, чтобы они понимали, какая у нас цель, потому что в дорожной карте обозначается цель. Это раз. Второе, использовать площадку. По-другому там никак ее использовать нельзя. Это площадка Организации Озабоченных Наций. Они же делать ничего не могут, но зато у них хорошие медийные такие механизмы, где можно четко показать, опять же, не дорожную карту как таковую, а цель, обозначить цель и показать, что украинское общество идет к победе над российской армией, над Российской империей, развалу Российской империи как таковой, как один из механизмов. Ну и а дальше еще посмотреть на реакцию наших партнеров. Иногда это тоже проверяется. То есть запросив определенные, поставив определенную цель или обозначив определенную цель, начиная двигаясь по этой дороге к этой цели, посмотреть на реакцию партнеров. А ребята, вы вообще с нами или с теми? То есть тех ли мы взяли в дорогу, ребят? И здесь тоже такой момент, который даст возможность определиться, во-первых, уходящей команде в Белом доме, обозначить после себя некоторые действия уже для следующей команды, которая будет заходить. А может быть и дать возможность этой команде, которая уходит, ну, прибрать за собой тот мусор, я сейчас мягко говорю, в эфир, который они сгенерировали за последние 4-5 лет, практически подставив Украину, оставив ее без достаточного количества вооружений. Может, это на них тоже повлияет. Это есть такая возможность. Но уже последний аккорд, по крайней мере, ну, он должен быть положительным при уходе с должности, допустим, президента Соединенных Штатов Америки. Может быть, у Байдена заиграет совесть. Да? То есть, ну, хотя совесть – это же тоже такое понятие. Реакция нервной системы на различия между поступком и убеждением. Если убеждения у Байдена такие же и адекватные его поступкам, так ни о какой совести там говорить нельзя. Ну а вдруг, надо, на вдруг тоже надо этот вопрос оставлять этот один из моментов. Потому есть смысл, по крайней мере. Но еще раз повторюсь, для меня очень важно, вот сейчас большой такой положительный эффект для информационного посыла, в том числе и для мира, не только для украинцев, а и для мира, в том числе цель, с которой мы движемся вообще, к которой мы движемся. Победе України, це дуже важливо. Якби з нами рухалися всі так само, дійсно, і розуміли, а не і чи труси, чи хрестик, чи самі не знають і за гарних, і за красивих, і за диктаторів, чи залишають якісь містки перемовні, і кому, в який спадок. Направду, це покаже і орієнтири, і цінності, і ті ставки, які роблять наші західні партнери, праві пане Романе. Оцей склад, який сьогодні рознесли, подейкують впливав і на логістику, і забезпечення російських окупантів в Курській області, а там оце як почали, так і кінчили, так би мовити, тижня не минуло, а вже каже речник нашої комендатури і речник Збройних сил України про те, що Олексій Дмитрашківський, полковник, про те, що російські бійці зайшли тільки в один населений пункт на Курщині і, в принципі, їхній наступ, там контр, уже зупинено. А що вони так недалеко просунулися? Ну, просувалка не виросла, скоріше всього, цієї групи, тому вони зайшли тільки в Снягость, а от уже до Любимовки добіжати не встигли. Там своє обрізання, скоріше всього, зробили цієї просувалки російської. Наші вже часті зупинили в районі Любимовки, тому можна говорити поки іменно о такого роду противодействии на даний момент. Ну і паралельно ми почали працювати по тилам цієї групіровки, яка в Снягості знаходиться. Наше движення в сторону Веселого с общим направлением стратегическим на Глушково, а это практически перерезание этого котла, в который они сами залезли, россияне сейчас, там несколько тысяч россиян находятся. Движение в сторону станции Глушково, это два разных населенных пункта. Есть станция Глушково, есть населенный пункт Глушково. Станция Глушково рядом со Снягостью, а населенный пункт Глушково это уже на самой реке Сим. И туда идет сейчас наше движение довольно-таки такое серьезное. Россиянам придется растягивать, на такой растяжке находиться. Либо бежать в одну сторону на Любимовку со Снягости, либо бежать в обратную сторону, прикрывая уже зад свой
на район Веселого, прикрываться, по крайней мере, оттуда. И тут же в этот момент проходит третья операция, сейчас она уже видна. Россияне объявили об эвакуации местного населения из-под Рыльска в Рыльском районе, а это направление в сторону уже нашего Глухова. То есть со стороны Глухова, с Глухова идет дорога, трасса на Рыльск, это уже севернее Сейма. И если там тоже удастся наша операция с выходом с Глухова на Рыльск, мы, в принципе, закроем котел, который образовался, в который россияне сами заползли. Там до 3-4 тысяч российских войск находится. И им там, ну, уж точно будет не до наступательных действий. Они сейчас не знают, как из этого уже выбраться. Почему? Уже Сейм мешает. А если еще потом будут мешать наши войска под Рыльском, это будет большая проблема. Плюс вопрос решается по Коренево. Сольгинки, там есть такой населенный пункт, там у нас достаточно серьезная группировка собрана, россияне ее боятся, прекрасно понимают, что если двинемся еще с Сольгинки в сторону Коренева, так мы еще точно прикроем этот оперативный котел в районе Снягости, который находится, и тогда возникнет вопрос к командирам оперативного звена у россиян, а вообще зачем вы туда полезли? Понимая, что там это все на карте. Вот я сейчас говорю, это же я же не допущен к определенным планам, просто вижу на карте. Это на карте нарисовано. Любой майор, и от майора и выше, увидев карту расположения войск, расположения линии фронта и географических препятствий, он четко скажет, да здесь три котла нарисовано. Слева, то есть уже прорисовано, они просто просятся их закрыть и сварить. То есть, естественно, будут вопросы к командирам оперативного звена. У россиян там же вопросы поставят, стенки расстреляют, ну и все, и нет оперативного звена. Ну, примерно так. Ну, а полізли вони того, що ж Путін, напевно, сказав, треба звільняти Курську область. В мережі з'являлася інформація, про якісь його накази, ми з вами обговорювали, до 1 жовтня звільнити. От того й полізли, хоча групування було немаленьке, нам тільки на руку. А що ж далі, який наступний крок вони будуть розробляти? Підтягувати ще війська, але що це змінить? Яку кількість би, якщо будуть по тій же траєкторії йти, то я так розумію, що їм одна доля в оточення і в ніякі прориви і контратаки не йдеться? Ну, полезли они для того, чтобы просто полезть. Но это россияне. Они, если куда-то не полезут, они ж дня прожить не могут. Когда уже начинают на ноги становиться, или, по крайней мере, как это говорится, никто не поставит Россию на колени, да, то есть никто не подымет ее, она лежит полностью, на колени никто не поставит, потому что там столько перепита. Потому и здесь та же самая картина. Они полезли ради того, чтобы полезть. Почему? Потому что действительно Путин, ну, мягко так скажем, топал ножками. Хотя там большой вопрос, как он это делал, со стула он ногами не достает до пола. Но тем не менее, скорее всего, какой-то громкоговоритель рядом подключили. Но тем не менее, то есть выражал негативное такое отношение к этой операции и то, что россияне не смогли ее предотвратить. Потому они что-то делают. Вот исходя из, в принципе, еще раз повторюсь, от майора и выше любой офицер, который не картинки смотрел на лекции, а слушал преподавателей, когда учился в училище военном, он четко скажет, что там это действие, которое сейчас россияне совершают, там со Снягостью на Любимовку, оно изначально стартово неверно. Ну, то есть продумали ее абсолютно неграмотно, только ради того, чтобы полезть. Вот вы правильно сказали, полезли. Для того, чтобы полезть, показать хоть какое-то действие как таковое, иначе им бы пришлось сидеть просто на правом берегу Сейма. А это бы уже никто не понял в Москве. Вы что, никуда не полезли? Нет, ну а что вы там делаете? Хоть куда-то полезьте. Вот они поперли в сторону Любимовки. Ну вот примерно так это видится. Действительно, тут и смех, и грех называется. Но вот россияне иногда из-за того, что там одна извилина от фуражки в мозгу, они иногда такие вещи совершают. Дальше что они будут делать? У них единственный путь, на который мы их толкаем. То есть это наша основная задача. Чтобы они сняли с Восточного фронта еще несколько десятков тысяч резервов и перебросили на Курское направление. Это задача наша, это единственный путь у россиян, как остановить наше продвижение и крах российской армии именно на Курском направлении. То есть, а впереди у них светит, ну, реально как минимум 2, а то и 3 котла. Они это тоже прекрасно понимают, те, которые там находятся. И поверьте, у них, ну, мягко так скажем, здоровье уже не то. Психологическое, так это точно. Понимаешь, что у них просто ничего не получается.
Да, 2-3 котла непогано. Ну, а на лекціях, я думаю, що вони там взагалі слухали зовсім не те, що треба, і пропускали через одне або інше вухо, бо вони в них зайняті тим, що лапшу на них теж їм постійно вішають, але це теж уже їхні проблеми. А знімуть, да, як думаємо, дотиснемо і до цієї мети, що вони знімуть резерви з Покровського напрямку і не тільки. Все одно частину уже ж і зі Східного познімали таки. Уже сняли, да, можно об этом говорить, несколько десятков тысяч россиян, ну, по разным оценкам, до 50 тысяч россиян находятся в этом районе, а это значит, эти 50 тысяч не выполняют боевые действия, допустим, в районе Покровска. Поверьте, если бы 50 тысяч россиян сейчас было военных, которые там есть в Курске, были бы сейчас под Покровском, они бы уже были в Покровске. Ну, то есть такую группировку мы просто не удержали. Потому правильное действие было. Это первая, одна из первых задач была именно сковывающая операция по Курскому направлению. Мы сковали несколько десятков тысяч россиян там. И сейчас еще можем дальше, нашими дальнейшими действиями, но они зависят от количества сил, средств, которые будут направлены на выполнение этих действий. У нас тоже не безграничные закрома, если можно так сказать. Они тоже... конечны по некоторым позициям, потому все будет зависеть как раз от наличия наших резервов, сил, средств и механизмов, которые мы сейчас будем заставлять россиян перебросить с Восточного фронта на Курское направление. Это по поводу Покровска. Им пришлось снимать резервы из Часовьярского и Торецкого направления. То есть они оттуда поснимали. И вот сейчас та стабилизация, ну, можно так говорить, на Торецком, на Часовьярском направлении, это как раз тоже результат действий наших войск по Курскому направлению. Это все уже, естественно, в задумке, это было все в плане главкома, который видел вот эту связку. Война – это математика, главное правильно просчитать, во-первых, зная свои возможности, ну и предугадать действия противника. Однозначно, а там рахують, ну ми знаємо, як там рахують, в принципі. Тесь Коношенков пропав, він раніше взагалі був самий лучший математик, прямо просто не вистачає цього. Один за одним зникають, ми вже згадувані нами з вами, заступники Шойгу, які були настільки відповідальними, що захистили, як ви кажете, пане Романе, та від ядерного удару, то може він захистить, а це ж удар не ядерний був по складу. Ну, не вийшло. 90 мільярдів доларів, мільярдів рублів, перепрошую, витратили на фінансування програми, яку Міноборони РФ запустила в 2012 році. Вона називалась «Комплексна програма модернізації системи зберігання ракет, боєприпасів і вибухових речовин». І мало дійсно ось це все захистити, значить, невимовно якими рівнями. Дмитро Булгаков казав і біл в грудь, що просто нічого не пролетіло, но все пролетіло і, звісно ж, потрапило. Ну і не тільки його затримали за корупцію кілька місяців тому, а ще одного, вже сьомого генерала, так би мовити, міністерства Шойгу затримали сьогодні, теж за корупцію, звісно, нічого дивного в цьому немає. Генерал-майора і начальника автобронетанкової служби Центрального військового округу РФ Дениса Путілова затримали, бо був він непутьовий. А ось це сьоме затримання генерала з оточення Шойгу свідчить про те, що і під нього копають, чи навпаки за ним зачищають, бо от різні є тут оцінки. Ну, это, скорее всего, уже художество каждого из этих генералов. Вот они ж немножко торопатые у россиян, и у Шойгу тем не менее. Ну, у оленевода могут быть только олени, вы же понимаете. Оленевод может руководить только оленями, он себе таких оленей набрал. Если Булгаков бы почитал своего однофамильца, который в «Собачьем сердце», ну там несколькими фразами, я еще сожму примерно, если хочешь закончить жизнь с чистыми руками, так не совершай преступлений. Только вот не сложилось у него. Не совершайте преступлений и встретите старость с чистыми руками. Булгаков, «Собачье сердце». Так вот этот Булгаков, он писал правильно, а этот Булгаков, который майор, вернее, генерал армии, вот он сейчас уже под следствием. А это как раз те миллиарды, которые, естественно, часть из них прилипла. Ну, а дальше мы уже рассказывали по ядерному и неядерному удару по Торопецку. Я же говорю, торопатые там генералы. Второго генерала, там несколько, там целая плеяда, уже больше десятка генералов под следствием. Вряд ли это зачистка за Шойгу, скорее всего, это подкоп под Шойгу. И попытка повесить на генералов свои неудачи при планировании политическим руководством России.
Путиным и рядом стоящими олигархами, в основном с израильскими паспортами по карманам. Там мы знаем же, кто рядом. Начиная от Абрамовича и заканчивая Ротенбергом. То есть все оттуда, сейчас еще и китайские паспорта, там всякие Пини, Хуавей и Хуйвибины, ну и так далее и тому подобное. И они сейчас правят практически Россией, и потому их решение было неправильное изначально. Их надо, эти решения, на кого-то вешать. Вот вешать их на генералов. Хотя, опять же, генералы — это механизмы. Генерал сам никогда не примет решение в этом смысле. Это механизм для выполнения решений. Потому принималось решение, естественно, наверху, по Шойгу. А дальше эти механизмы, эти олени у оленевода их выполняли и исполняли. Вот сейчас пытаются на них всех собак повесить. Ну, исходя из того, что мы видим сейчас. То есть знали все прекрасно, сколько воруется, как воруется. Разрешали воровать специально, потому что вся система управления российского государства, она зиждется на коррупции. Она без коррупции, она просто не работает. Не будет тех людей, которые бы ее держали под определенным давлением. Пане Романе, дякую вам безмежно за цю сьогоднішню розмову. Спасибі за ваші роз'яснення і коментарі, і що знаходите для нас час завжди регулярно. Бережіть себе, до наступних зустрічей. До свидання. Роман Світан, військовий експерт, а також льотчик-інструктор і полковник запасу Збройних сил України був разом із нами. Друзі, дякую, що ви провели з нами цей час. Ірина Узлова працювала для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube Західнет, YouTube 24-го. Пишіть свої коментарі, впевнена, вам є що сказати. Бережіть себе, вірте в Збройні сили України. Побачимось і переможемо.